Hi everyone, this is Russian with Dasha. If you learn Russian, this might be a good listening practice. Turn on the subtitles. Всем привет! Я приехала в ЦЕРН. Сегодня моя подруга Лена проведет мне экскурсию по своему офису, ответит на несколько вопросов о коллайдере, расскажет о своей работе, а также я прогуляюсь по музею и покажу вам, как работает коллайдер. К сожалению, вниз к самому коллайдеру я не пойду, но выпуск будет очень интересным. Оставайтесь со мной до конца. И снова привет, это Даша. Пока мы гуляем по ЦЕРНу, я расскажу о том, что такое большой адронный коллайдер. Кстати, вы можете поддержать этот канал, став моим патроном, и скачивать транскрипции на русском и английском языках. Большой адронный коллайдер — это самый мощный ускоритель частиц в мире. Многие думают, что он способен уничтожить планету, создав черные дыры или опасную материю. Так ли это, мы узнаем чуть позже. Зададим этот вопрос моей подруге Лене. Кстати, у нас с Леной также был выпуск подкаста. Если вы его еще не слушали, найдите подкаст Russian with Dasha, и там будет интервью с Леной о ее работе в ЦЕРНе. Я уже была в ЦЕРНе в 2018 году и даже сняла несколько видео, но так их и не опубликовала. Итак, коллайдеры используются для того, чтобы заглянуть внутрь частиц и узнать, каким образом ведут себя субатомные элементы. Большой адронный коллайдер является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве, которое длилось почти 10 лет, принимало участие более 10 тысяч ученых и инженеров из 100 стран. Большой адронный коллайдер работает круглосуточно, и выключать его нельзя. Поэтому в постоянном штате ЦЕРНа примерно 1500 человек. Это ученые, инженеры и специалисты по обслуживанию коллайдера. Установки воспроизводят процессы, которые в действительности происходят в природе, то есть сталкивают друг с другом заряженные частицы материи. Собранные данные фиксируются и передаются на компьютер. Все данные получаются в виде потока информации около 20 гигабайт в секунду. Такой объем просто так сохранить невозможно, поэтому существует дополнительная сортировка информации. У ученых есть возможность детально изучить результаты взаимодействия заряженных частиц, что позволяет узнать больше о мире и его материи. А сейчас Лена расскажет нам о своей работе. Лена, куда мы идем? Мы идем ко мне в офис. Я прихожу в офис примерно в 9 утра. Сажусь за ноутбук свой. Думаю, чем мне заняться сегодня. Пишу себе список дел и начинаю кодить. Да. Очень просто. Я хожу в контрольный центр, там, где измерения. И тестирую свои методы, которые я разрабатываю себе в офисе. Класс. Что? Офис. Я вижу здесь акварельные наброски, да. Так, сейчас мы разгадаем все тайны физики. Мне, если честно, ничего не понятно. Мне уже тоже, потому что это было давно, и я не помню, что мы там обсуждали. И тут одно на другое накладывалось, там много разных тем, это не знает никто. Понятно. Где твой компьютер? Пойдем. Итак, приходим, садимся, логинимся. Расскажи, пожалуйста, над чем ты сейчас работаешь? Я работаю над оптимизацией. Угу. Оптимизация одной из систем будущего коллайдера, который будет гонять мюоны, специальные частицы. И это очень сложная задача, потому что нужно сделать так, чтобы пучок был определенной формы, размера, иметь определенную скорость. И для этого нужно изменять
очень много разных систем, параметров, и это очень сложная задача, если это делать самому. Поэтому я пишу код, который это делает за меня, и я просто жду, пока он выполняется. Как ты вообще попала в ЦЕРН? Какой у тебя бэкграунд? Я изучала информатику и писала здесь свою дипломную работу. Время этой работы придумала тему для своей докторской. Мне предложили остаться. И так вышло, что докторская стала по физике, а не по информатике. И теперь я постдок и работаю над вопросами, которые относятся именно к физике. Это правда, что может создаться черная дыра, которая поглотит всю планету? Вообще, не опасна ли работа физиков? Как ты думаешь, есть шанс, что я отвечу, да, это правда? Ну расскажи, почему это неправда? Это неправда, потому что так не работают законы физики. Это просто можно доказать элементарными уравнениями. И, ну, просто нет связи между черными дырами и протонами в Большом адронном коллайдере. Связи нет. Как насчет потребления электроэнергии? Вот сейчас кризис, дефицит источников энергии. Как ЦЕРН собирается решать эту проблему? ЦЕРН это будет решать вместе с поставщиками электроэнергии. И пока есть разные варианты, такие как выключить Большой адронный коллайдер раньше, чем было по плану на этот год, либо выключать другие машины на пару дней, недель, когда потребление электроэнергии возрастает сильно. Тогда просто нам будут говорить заранее, что завтра будет холодно, всем нужно топить дома, вырубайте свой коллайдер. За время существования коллайдера открыли бозон Хиггса. Угу. Какие еще были открытия и были ли они вообще? Ну, я не астрофизик и не физик частиц, поэтому я не так хорошо знаю, какие конкретно были открытия, так как не было больших. Открыли разные мезоны, разные частицы, которые можно было увидеть, скажем так, с помощью следа, который они могут оставить в детекторе, и просто узнать, какая у них энергия, и в зависимости от этого их куда-то всунуть в модель. Mm-hmm. И назвать их, что это какой-нибудь мезон, какой-нибудь бозон. Но они были не очень важными, поэтому этого не было так широко слышно и известно в больших кругах. Куда мы идем? Мы идем показывать тебе один из маленьких ускорителей, uh-huh. который находится в нашем здании. В общем, сейчас мы находимся здесь, Лир. Он у нас внизу, в нашем здании. Здесь гоняются тяжелые частицы, ионы. А для Большого адронного коллайдера частицы, мы их начинаем гонять здесь. Потом они могут уйти на другие разные опыты, эксперименты. Либо они заходят в следующее кольцо, и здесь они все больше и больше могут набрать скорость. И когда они набирают какую-то скорость, которая нам нужна для того, чтобы уже их пускать в Большой адронный коллайдер, они запускаются, и два разных пучка в одну сторону и в другую сторону начинают крутиться, гоняться, бегать, и потом встречаются в либо CMS, либо Atlas, либо ELIS, либо LHCb. И мы можем увидеть, как они сталкиваются и приводят новые частицы. Может быть, нет. В чем раньше заключалась твоя работа? Она заключалась в том, что я разрабатывала методы для того, как настроить поле магнитное таким образом, чтобы пучок был очень маленьким, плотным, и как можно больше было шансов встретиться частицам этого пучка и создать как можно больше встреч пучков и новых частиц. Да. Да. Понятно. И это, получается, годы создания. Да, это годы создания и также диаметр. Диаметр или все-таки длина? Это и есть диаметр. Нет, диаметр — это вот так. Просто я читала до этого, что длина окружности 27 километров, а не диаметр.
Ну да, длина круче. Думала, что диаметр — это все вместе, а это радиус, а это я не знала, что. Нет, диаметр — это пол, это два радиуса. Давай. Дипольные магниты. Квадропольные магниты. Ускоряющие радиочастотные полости. Ага. Охлаждающие системы. Ясно. Большой адронный коллайдер — это ускорительное кольцо окружностью 27 километров. Частицам требуется проходить очень большие расстояния для набора энергии, и возможность бесконечно двигаться по кругу в кольцевых ускорителях решает эту проблему. На Большом адронном коллайдере установлено 1232 больших дипольных магнита, с помощью которых коллайдер превращается в ускоритель элементарных частиц на встречных пучках. Гигантские магниты работают при почти абсолютном нуле, минус 273 градуса Цельсия и минус 459 градусов по Фаренгейту. Только при таких экстремальных условиях ученые могут добиться наступления состояния сверхпроводимости. Пучки частиц поступают в Большой адронный коллайдер из предварительного ускорителя SPS — протонного суперсинхротрона, который их формирует, а затем впрыскивает в специальный отсек коллайдера. Внутри коллайдера протоны начинают циркулировать в противоположных направлениях по двум вакуумным трубам. Так частицы встречаются и взаимодействуют друг с другом. Чем ученые занимаются в свободное время? Ой, много чем. Они ходят на разные вечеринки, занимаются спортом, ходят в горы, рисуют некоторые. Угу. А, тем же, что и все обычные люди. Ходят в свободное время, да? Это тоже. Да, кстати, очень большая культура мемов. В течение своей экскурсии я погуляла по ЦЕРНу, заглянула в библиотеку, а также прошлась по музею. И могу сказать, что экспозиция очень интересная, она демонстрирует, как работает коллайдер. Я рада, что вы досмотрели это видео до конца. Если у вас есть вопросы, пишите, я задам их Лене. И до встречи в новом видео! Thank you.